Она царапает экран. Так, ты. Все. Ох, и хакерша. Все, она скоро спать будет. Я на самом деле телефон не могу. Здесь кто-то смотрит. Мы в облаках. Слышишь, такая дышка, как будто, знаешь, свежим вообще воздухом. Давайте рассказывать, куда мы идем. Мы сейчас прошли. Там вон дикие козы. Вообще пробрались на фуникулёре 2300. И сейчас нам еще идти километр. Мы без воды, без еды воды. Уже неделю. Третий день. Нам еще 2 километра. Нет ни воды. Ну реально воды нет. И закончилась картошка фри. Одна трава. Питаемся одной травой. Только соус. И росой. Ну как ваши ощущения? Просто это не передать вот фотками, но нужно видеть это вообще. Особенно это. Ага. Мы как будто в раю. Куда делась моя ладья? Лошади, уходи. Я с игры, что ли? Да, можно закинуть. Это приз. Настя, давай его. Выигрывай. А, он все равно как тусик порвет. Башенку строить. Хорошим же так и должно. Надо запечатлеть. Не, ну блин, перебор, по-моему. Сегодня последний день на работе. Ты как ангел сейчас выглядишь. Привет.
рассказала? Скажи себе. Как на П? Я же культурная девочка. Здравствуйте. Да, там крыса бегала. Ну, гони джинсовку быстро. Сидит моей толстой тут. Сама отдала. Интересно, а малыш замерз? Да ему там вообще... По кайфу. Как раз все тепло, наверное, забирает. А, да. Понятно. Ты что такие упоротые вообще? Как будто наркотики принимали. Давай сделай так. Ты первая осмотришь дом.